сегодня разводись, огонь уже редко надо. Необходимо защитить себя и тех, кто рядом. Всегда связано, иногда приплывает долгожданный успех. Все те же поражения, удача, жизнь, смерть. Иногда популярен вариант противостоять друг другу. Выживает сильнейший и так далее по кругу. Кто-то скажет, жизнь изменилась к худшему. Мне по одному судить от всех по-разному. Когда родные обижают друг друга, не делятся последней каплей. Супруг, супруга. Тогда в семье остается лишь я. Не мы, не она, а каждый сам за себя. Но это уже не семья. Но это уже не семья. Но это уже не семья.